Здравствуйте, мои дорогие друзья! Ребята, это воистину особенный день для меня. Ребята, в этот теплый, солнечный, замечательный день я объявляю самому себе челлендж, который будет называться «Вопросы». В течение следующих 30 дней, ребята, я хочу делать одно видео в один день. Это мой персональный челлендж, который я хочу посвятить продуктивности. Ребята, вы знаете, у меня сейчас проходит ПГ-марафон, где под моим чутким руководством 90 ребят проходят через все круги ада. И поскольку я считаю, что я прям очень сильно занят, и еще двое детей, которые не совсем, так сказать, не требуют внимания, я постоянно себе придумываю оправдание о том, что ну прям вот ты молодец, ты поработал, все, достаточно. Каждый раз я хватаюсь за YouTube, и каждый раз у меня появляется какая-то очень веская причина не делать очередное видео. Вот этим челленджем, ребята, я бросаю самому себе вызов, чтобы в течение 30 дней быть продуктивным и не забывать о YouTube. Ребята, от вас прошу тотального контроля. Давайте, сегодня у нас 8 мая. До 8 июня я обещаю, что я буду делать одно видео в день. И что бы то ни стало, буду каждый день посещать YouTube пространство и отвечать на один ваш отдельно взятый вопрос. И, естественно, мы начинаем с ответов на вопросы уже сегодня. После этого видео выйдет еще одно с ответом на ваши вопросы, которые вы присылаете в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в YouTube, здесь, везде, ребята, где вы пишете, мы собираем ваши вопросы, так сказать, обрабатываем их, и дальше они будут попадать ко мне на ноутбук, и я буду их читать и отвечать на эти вопросы конструктивно, детально, для того, чтобы вы могли быть продуктивными, для того, чтобы вы могли менять свою жизнь к лучшему и пользоваться опытом, который я аккумулирую в себе от моих учеников, от себя, из моих марафонов, отовсюду, ребят, буду делиться с вами опытом, поэтому пишите ваши вопросы под этим видео, стартуя, пишите любые вопросы, которые будут вас посещать, которые будут относиться к здоровью, которые будут относиться к семейному какому-то благополучию, везде, где я смогу вам помочь, я буду стараться это делать. Но эту серию, ребята, я хочу закончить по-особенному. Я хочу выразить благодарность каждому, кто является активным или не столь активным членом нашего канала. Ребята, мы перевалили за отметку в 20 тысяч подписчиков на канале. Ребята, вы представляете, какая это грандиозная цифра? И еще, ребята, более грандиозная цифра, это то, что мы суммарно нааккумулировали 2 миллиона просмотров. Это просто потрясающе. Ребята, отдельное огромное вам спасибо за ваше время, за ваши вопросы, за то, что вы уделяете свое время и тратите его на этом канале. Ребята, я не подведу, я буду продуктивным. И этот челлендж, ребята, я объявляю не только себе, но и вам. Если вы считаете, что вы слишком сильно заняты, давайте вместе со мной в течение целого месяца мы будем с вами показывать чудеса продуктивности, двигаться вперед и не останавливаться. Вперед, ребята!